Дай сразу придет. Так, вот, дай придет. Сейчас будем играть. Нашли. В общем, время. Сильнейший отлив. Вот на этом месте хочу поставить скульптуру. Наконец-то мы доехали до Белгород-Днестровского. И сейчас будем снимать балласт, вытягивать инструмент, вещи и снимать мачту с нашего швербота. Сейчас состоится закрытие сезона. Вот мы на яхте Касабланка с капитаном Сергеем, Сергеем Горьковым, Сергеем Коровелковым, с Виталиком и с Ксенией отправляемся на лиман. Завершающий. Останний, да. Ну, я не русский, я пока переведу на ваш язык, чтобы вы меня поняли, поэтому. Вот это уже начинается. Это когда вы говорите все? Все это когда уже. Сняли становые, и каждый приступил к разбору своей лодки и подготовке ее к подъему. Па-бам! А вот экран.
Бывалые яхтсмены посоветовали сразу помыть днище лодки. Досталось и микроавтобусу. Проще было перекрасить. Прежде чем красить, надо все равно помыть.